Ну, если брать конкретно Money Friends, интересная идея. Все летит, все получается. Причем мы не можем сказать, что это у других получается так же. Да? То есть мы захватываем долю рынка. Интересные клиенты, интересная команда, интересный продукт. Изменения настолько быстрые, что мы сами их не успеваем отслеживать. То есть такая скорость изменения. Конечно, это захватывает, это завлекает. Шикарная идея, да, которую там 3 года назад, над которой все смеялись, 2 года назад улыбались, год назад начали сомневаться, сейчас начали задавать вопросы, но все равно еще большинство не верят, и это хорошо. Чем меньше верят, значит, тем меньше конкуренции, тем больше у нас задел на будущее, и вопрос, смогут ли нас догнать. Надо же сказать, что на рынке есть несколько компаний, ну, берем так, 5-6 лидеров и еще десяток, которые догоняют. Но мы все настолько разные, что сказать, что мы конкурируем, нет. Мы каждый создаем новую долю рынка для себя. То есть наша конкуренция сейчас идет, ну, разумей, там 3-5% от наших портфелей. И то это, скорее всего, клиенты не могут получить полный объем у какого-то из операторов и везде добирают. Просто потому что лимитов не хватает, рынок маленький, а клиенты, они крупнее рынка.